На космодроме «Восточный» успешно прошли автономные испытания оборудования технического комплекса, что позволяет перейти к новым испытаниям, намеченным на следующий месяц. Ракета-носитель «Союз-2» была вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему. Также были проведены электрические испытания систем ракеты-носителя и блока выведения «Волга». По словам специалистов, все системы сработали в штатном режиме. К слову, на космодроме «Восточный» впервые все исполнительные двигатели, а также элементная база или электрогидропроводов дистанционного управления стартовой системы разработана российскими инженерами. Напомним, первый старт с Восточного назначен на 25 апреля. Ракета-носитель «Союз-2» выведет на орбиту космические аппараты «Ломоносов» и «Аист».